Напиши той подруге, что боялся сказать, что ее любишь, не хочешь отпускать. А может быть, с тобой мы будем твоё, на это хей-хей-хей, будем смотреть как кино. И миг, вся разрушилась земля, и горят наши сердца, нас не вспомнят. Прошу, ты не спасай. Даже если прямо сейчас я буду тебя умолять, прошу тебя, пожалуйста, просто меня оставь. Спаси меня от этой боли в груди. Я доверяю людям без каких-либо причин. Прости меня, что изменилось сейчас. Теперь я знаю, людям нельзя ничего доверять. Спаси меня. Это дождь, уйти от нее прочь, а мы их самый едкий яд. Заставляет меня дождь, уйти от нее прочь, он как самый едкий яд, никто не сможет мне помочь. Для других просто вода, а я донести хочу, что никого кроме тебя спасти от боли не хотел. Заставляет это дождь, уйти от нее прочь, как самый едкий яд. Самый едкий яд оставил много ран. Тогда я был рад, этот дождь дал понять, что надо идти, и наплевать, что позади. Ты не хотела меня сохранить. Лучше всего.